Узбекистан и Катар – страны, находящиеся на первых позициях в своих регионах. Центральная Азия и Ближний Восток. Государства, определившие для себя цель – последовательное развитие многоплановых отношений. В последние годы мы видим нарастающую динамику двустороннего сотрудничества. Проведены визиты на высоком уровне и политические консультации. Растут показатели товарооборота. Но партнерство, уверены лидеры стран, важно вывести на принципиально новый этап. Именно на это нацелен государственный визит эмира государства Катар шейха Тамим бин Хамада Аль-Тани. Первый за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами. Его цель – принятие важных решений и запуск действенных механизмов по активизации политических контактов, расширение партнерства в торговой, инвестиционной, инновационной, финансово-технической сферах, транспортно-коммуникационном секторе, реализация крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслей. И, конечно же, расширение культурно-гуманитарных обменов. Это этапное событие эффективной платформы и для сверки часов по актуальным вопросам международной политики и региональной повестки. И глубоко символично, что Самарканд стал местом проведения основных мероприятий государственного визита. К уникальному историческому, духовному наследию Узбекистана. Катар – страна, обладающая большим авторитетом и влиянием в арабо-мусульманском мире, относится с особым почтением. Сегодня по приглашению президента Республики Узбекистан Шавкета Мирзиёева эмир государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани прибыл в нашу страну с государственным визитом. В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. В аэропорту города Самарканда эмира Катара встретил президент Узбекистана. Каждая деталь церемонии подчеркивала значимость нынешнего события. Главы государств поднялись на пьедестал. В настоящее время президент Республики Узбекистан Шавкет Мирзиёев и эмир государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани вместе посещают достопримечательности древнего города Самарканда. Основные мероприятия визита, напомним, запланированы на завтра. Подробности в наших последующих информационных выпусках.